Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Он же блаженный. Над ним вся округа смеялась. Он растяпа был, жалкий такой. А мама говорила, он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант. И дети. Вспомни, какие дети бывают сталкеры. А я даже не спорила. Я и сама знала про все это. И что смертник, и что вечный арестант, и что дети. А только что я могла поделать? Я уверена была, что с ним мне будет хорошо. Я знала, что и горя будет много. Только лучше уж горькое счастье, чем серая унылая жизнь. А может, я все это потом выдумала. А он тогда подошел и сказал, пойдем со мной. И я пошла. И никогда потом не жалела. Никогда. И горе было, и страшно было, и стыдно было. Но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. Просто если бы в нашей жизни не было горя, лучше бы не было. Хуже было бы. Тогда и счастья бы не было, не было бы надежды. Вот.